Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю замечательный бой в режиме 3-3, карта Морталис. Играю я за орков, со мной в команде за Тау играет Wanted, и за сестер битв играет Эревис. Наши противники: за Хаос играет Циферки, за Имперскую гвардию играет 380-й Ви, и за космодесант играет Роуч. Так, ввожу я шутов. Я потому что паком рубак побежал на базу космодесанта. Узнал, что тут космодесантник стоит. Хотел задекапить ему точки, замедлить течь. Снимаю точку, видите. Выводит отряд космодесантников Роуч. Ну, тут уже накинули пост. И все, рубаки тут погибают. В общем, посмотрим на Хаос, что он делает. Смотрите, как он играет. Ставит он тут же вторую главку. Один генератор. Захватывает свои точки. Можно было толпой сюда забежать и просто вынести этого хаусита. Он начал часто так играть в циферке. Раньше играл через рапторов постоянно, теперь уже начинает играть через две главки. Видимо, кто-то подсказал, что так можно играть, и он начинает использовать эту тактику. Wanted прикрывает меня своим командиром Тау. И Ревис свои канонисты забежал на базу Хаосита. Посмотрел, увидел ли он вторую главку, пока что неизвестно. Вряд ли он подсветил. Тут своим отрядом командования 380-й прикрывает Хаосита. Вышел у меня мег. Присоединяю к отряду шутов. И выхожу в центр. Начинаем прогонять гвардейцев. Три пака сектантов у Хаосита. Ставит он оружейку. Еще два пака сектантов заказал. В итоге у него 5 паков сектантов. Представляете? Поставил оружейку и будет прокачивать им гранатометы. И сестра вот думала, сейчас пушат этого хаосита. Ну, уже поздно, видите, он поставил оружейку, вывел с кутяпов, дал им гранатометы, и теперь уже точно не продавить, потому что их больше. Также еще и Роуч заказал второй отряд космодесантников. Тут разведчики бегут вязать мой отряд шутов. Видите, они повязаны. Раздает огнемет для своих сестер. И Ревис. Ну, я решаю отступить уже, потому что под гранатометами не круто стоять. Нас все равно расстреляют. Их много слишком. Видите, я потерял несколько моделек шутов. Не хотел я тратиться на пополнение. Отвечать спамом на спам. Разумнее было бы просто перетечить их. Ну, если они пойдут в раш, я думаю, в принципе, Тау есть, который может воинов огня сделать, и сестра на Т2 с селестианками, наверное, будет. Враги занимают центр. Гвардейцы начинают захватывать ключевую точку.
Хаосит продолжает течиться. Со второй главки он получает сразу плюс 20 приросту по влиянию. Но при этом вначале очень уязвим, не застраивает посты, надо было сюда, наверное, миссионером побежать и снимать точки Хауситу, убить культяпок. Ну кто же знал, что он будет играть через две главки, теперь-то мы знаем, потому что потом еще несколько раз он попался за меня и против меня, и играл он также. Играл через две главки. Потому что через рапторов у него что-то не получается. Одну игру он сыграл через рапторов, но очень плохо он сыграл. У данного Хаусита где-то 2500 игр. Статистика показывает. Точно не новичок. Я продолжаю течиться. Поставил баннер для прикрытия. Начинаю его прокачивать. Враги пока не спешат идти на нас. Это затишье перед бурей. Очень неприятно то, что именно Хаос и Гвардия против нас. Они оба контрят нашу пехоту, потому что у нас все расы, которые используют очень много пехоты. Например, Орк использует очень много пехоты. Тау, когда используют пехоту, они сильнее, чем с техникой. И сестры, естественно, тут тоже пехота очень сильная, техника слабая. А тут расы, видите, начинает делать крабов. Хаусит, который может сделать 5 крабов. Использовать всех как артиллерию. И просто выносить нашу пехоту. Также и гвардия, вот он. Вот они, Василиски. Тоже арта, очень сильная арта. Невидимки нужны. Невидимки подходят, но они подсвечиваются сайкером. Я пытался тут выйти, но меня осадил Роуч своими космодесантниками, видите, осаждает мой пост. Ну, отступил назад, сделал он обычный глайдер. Отряд командования 380-го начинает умирать, он почему-то не отступает. Надо бы добить священника, но нет, он спасается. Я сделал отряд бронебойс, я думал, вдруг глайдеры прилетят ко мне. Но Роуч играет через пехоту. И вот она, арта в деле. Так, зачем-то БТРов начинает спамить. Зачем они нужны сейчас? И вот осквернитель хаоса начинает обстреливать мой агитпункт Гран. Видите, как далеко он стреляет и как дамажит по зданиям. Они могли бы просто обстреливать нас и таким образом победить, просто не заходя к нам. Перешел я в Т3, продолжаю свой теч. Есть у меня сварочная. Тут еще и Роуч, видите, дредноут поддержки призвал. Начинает обстреливать мои посты, сделал еще
и ракетные установки на космодесантниках. Но обстреливают они именно меня. И Роуч тут кайфует, чтобы жизнь медом не казалась. Кайфует, кайфует. Пытаюсь отремонтировать этот агитпункт Гран, но пока не получается. И решил я сделать тоже артиллерию в виде бомбовоза, потому что эти космодесантники продолжали бы стоять. Но дредноут поддержки достает до моего бомбовоза, поэтому немного отступил назад. Ладно, ладно, пишет Роуч и бежит обратно. Не понравился ему залп от бомбовоза. Ну, бомбовозы очень косые. Это очередной залп ракетных установок. На тебе ответка. Еще один залп. Еще одна ответка. Видите, два бомбовоза. Крабы хаоса решили проатаковать базу сестры. Сестра пока что течется. Сделала пару БТР. Три БТРа. Также небесные лучи есть у Вантеда. Видите, Тау не спамит воинов огня, играет он через манка. Решил сыграть через технику, все правильно. Против такой артиллерии смысла не было играть. Через пехоту. Бомбовоз продолжает расстреливать. А тут жаркая битва. Хаосит своими литераторами. Танкует почему-то. Чуть не добили одну модельку. Небесные лучи стоят. Они очень далеко стреляют. И неплохо дамажат по зданиям. И решил я с другого фланга проатаковать. Пока они были тут заняты. Но получаю в лицо орбитальный удар от космодесанта и бегу обратно. Что мне оставалось сделать? Бронебойцы стоят в центре, чтобы отгонять этих крабов. Тут дредноут поддержки космодесанта попадает под свой же орбитальный удар. Бомбовозы продолжают стрелять. Есть танк Рыбомолот у Тау. И кризисы стоят. Танки начинают расстреливать крабов. Мои бронебойцы подсветились. И умрут? Нет. Одна модель касалась жива. Выходит карающий меч у 380-го. У меня тут бронебойцы стояли уже наглую, нас стреливали по наблюдательному посту космодесанта. Ну, гвардейц подсвечивает меня сканером и расстреливает моих бронебойцев. Первым делом хочет разобраться с моими бомбовозами. Карающий меч, ну я улетаю ими чуть назад. Есть
Я стою в кавере, не хочу выходить, хочу встретить нападающие войска в кавере. Варбос издает орочий рык. Перестреливаю всех касаркинов, но артиллерия обстреливает моих орков, так что отступаю назад. Также тут еще и дредноут поддержки, и карающий меч. Необходимо было отступить, иначе бы я потерял бы и мека, и варбоса, и остальных древних орков. Сброс орбитального удара эфирила от Вантеда. Сюда огненные зашли в наглую. Начинают ломать мне пост. Сняли мне реликтовую точку. И хорошо, что еще бомбовозы стоят. Чем-то я не понравился им, хотят все время меня снести. Пополнил своих древних орков, видите, я спас по одному древнему орку с каждого отряда, и вот они расстреляли огренов, а терминаторы отступили назад. Карающий меч стоит в центре, в наглую. Так, смотрите, чем занимается Ревис. Перепрыгнул святой, начинает ломать врата машин, бежит с селестянками. Тут на БТРах заехали селестянки на базу. Хауситу еще пару отрядов сестер битв. Пытается сломать базу. Святая продолжает разбивать генераторы. Карающий меч пока что не обращает внимания. Он сдерживает меня и Тау. Вышел у меня четвертый танк Лемон Рус, вышел второй танк. Настреливал я потихоньку по карающему мечу. Он заметил мой танк, начал по нему вести огонь. Но сюда выходит танк Рыбомолот. Мы, в принципе, вдвоем могли бы расстрелять. Три танка. Еще и невидимки помогают. Теряю я свой танк, потому что еще и Лендрайдер Роуча заехал ко мне. Контратака на сестру пошла. У сестры тоже экзорцисты, видите. А сестры продолжают ломать, видите, базу Хаусита. Вообще он не может отдефать. Очень странно. Очень странно. Даже не пытаются отдефать эту базу. Просто все потеряли тут, что было. Да. Видите, он спамит только крабов. Поэтому не может дефать. Запускаю я спам бесплатных рубак. Отступил Роуч от моей базы. Рубаки выходят. И вот космодесантник своими штурмовыми терминаторами. Помогает еще и гвардии своими имперцами прибежал и отдефали хаоса. Но хаос очень много потерял, конечно, это глупо все. Очередная попытка зайти лендами и стрелковыми терминаторами. Ну, рубаки вяжут стрелковых терминаторов, ведь не дают им стрелять. Тут еще и кризисы. Планты, да, помогают. Застраиваем еще казармы. Ввожу новые танки.
бомбоузы стоят все это время, расстреливают. Рубаки отвлекают на себя немалый урон. Святая сражается до конца. Полетела она дальше. Рубаки начали бежать уже на базу Кроучу. На всех флангах идет сражение. И слева, и справа, и по центру даже. Адефли Хаоса. Роуча, видите, достали артой уже. Вот тут и экзорцисты, и бомбовозы стоят. Вот они. Ну, у него тоже вихрь есть. И вот очередной карающий меч, очередная попытка. У меня тут стоял спёртый танк. Хотел настреливать по посту, но отгоняет меня карающий меч. Тут стоят бронебойцы, эти настреливают по карающему мечу. Уходит большой Кнарлок. Утал. Это была копия. Оригинал где? А, вот он оригинал. Сражается с Лордом Хаоса и Огринами. Чем-то я не понравился тут. Теряю один бомбовоз. Не понравился я гвардейцу. Хотя я, наверное, всего лишь один раз предпринимал попытку атаковать врагов. Но хотят именно разобраться со мной первым делом. Сброс десанта, тут серые рыцари. Отвел бомбовоз назад. Вот эти лендрайдеры и карающий меч. Терминаторы. Все пытаются меня снести. Еще десант. Еще и обстреливают со всех артиллерийских установок. Эти дредноуты сюда сбрасывают, но тут бронебойцы были. Теряю я одну казарму. Убегаю бронированным главарем, чтобы спасти его. Еще десант. Все, снесли еще и вторую казарму. Осталась только одна казарма. Так, сестра, смотрите, отвлекает своей святой. Нападает на пехотный штаб 380-го. Погибает святая. Еще десант. Бронебойцы стоят, настреливают по танку Лемон Рус. Благо у меня есть два спёртых танка, которые тоже стоят и настреливают издалека. Их пока что не видят противники.
Пошел я в контратаку, видите, чтобы перестрелять пехоту. Вижу ближний бой облитераторов своими бронированными главарями. И расстреливаю облитераторов. Все, облитераторы уничтожены. И орбитальный удар от космодесанта. Приходится снова отступать назад, чтобы не стоять под ним. Но рубаки-то могут идти. Они пусть идут, отвлекают на себя огонь. Тут плантер своими невидимками постоянно прыгает. Гречины мои бегут сюда. Решил я агитпункт уже накинуть на базу Уантеда, потому что тут постоянно их расстреливаю. Теряет свой карающий меч, видимо, гвардейцы, да, потерял, наверное, новый идет. Нет, не вижу. Да, он потерял свой горающий меч. Остался только Лемон Рус. Иду я в атаку. Иду. Вижу ближний бой. Стрелковых терминаторов. Танки вышли. И Роуч. Роуч выходит из игры. Не знаю почему. Призывает высшего демона Хорна Хаос. Вступает в битву против большого Кнарлока. Ну, перед этим хочет уничтожить копию. А я иду на контратаку. Иду на контратаку. Космодесант. Не знаю почему ливнул. Надеюсь, он в комментариях напишет, почему он ливнул. Вот он вышел из игры. Возможно, залагал. Тут сестра продолжает давить на базу Хаоса. Неплохо так снесли. Демон Хорна, кстати, отступил. Кнарлок будет сильнее. Вышли одержимые у Хаоса. Погибает ассасин. Гвардейца. Вышел у него новый карающий меч. Перестреливается с танком Рыбомол. Демон Хорна погиб. Был изгнан обратно в варп. Могучие орки продолжают наступление, уничтожать дополнительные постройки гвардейца и хаусита. Разбираются с содержимыми. Находятся под огнем невидимых сектантов. Одержимые были уничтожены, просто аннигилированы могучими орками. На очереди хищник хаоса. Четвертый танк орков под ремонтом греченых и под огнем карающего меча. Ну, его зажали. Его зажали. И тут дроиды еще, и танк Рыбомолот. И рубаки уже начали идти на базу гвардейцу. Прыгают сюда невидимки, прыгают сюда святая. Начинает уничтожать хвосты. Теряет свой карающий меч.
Остались у него демоны, еще и хищник в качестве поддержки. Начинаю ломать посты хаоса, декапити. Тут, видите, краб обстреливает мою базу. Дай мне влияние, пишет хаос гвардейцу. А что, с двух главок разве не накопилось столько? GG, пишет хаос. Тут рубаки заполнили базу хаос, это и сестры, тут и войны огни. А нет, воинов огня нету, невидимки. Только телехранители. Эфирила теряет свой марсианский центр и все. Гвардейцы тоже вылетает из игры. Тут я добил постройки хаоса. Да, нелегкая игра была. Что было бы... Что за танк такой? Что было бы, если Роуч не ливнул? И Ревиз Парми набирает 2090, Wanted набирает 1280, я набираю 1025, Гвардейц набирает 1590, Хаус набирает 965 и Роуч, космодесантник, набирает 1395. Ревиз убито 173, потеряно 199, уничтожено здание 39, потеряно здание 0. Wanted убито 188, потеряно 148, уничтожено здание 7, потеряно здание 1. У меня убито 116, потеряно 446, уничтожено здание 7, потеряно здание 12. 380 убито, 308, потеряно 226, уничтожено здание 5, потеряно здание 14. Цифры. Убито 251, потеряно 173, уничтожено здание 2, потеряно здание 39. Роуч убито 228, потеряно 72, уничтожено здание 6, потеряно здание 0. Топ-1 по ресурсам занимает и Ревиз, и самый технологичный и Ревиз. Вот такой вот бой, ребята. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Заходите на стримы. Всем мира и спокойствия. Пока-пока.